Дорогие друзья, дорогие соотечественники, мы, космонавты Роскосмоса, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием 20 века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны. Те суровые времена во всей полноте проявили главные качества нашего народа – отвагу, мужество, духовную силу, воинскую доблесть, готовность пожертвовать собой во имя торжества идеалов добра и справедливости. В истории навсегда запечатлен героизм, стойкость и патриотизм тех, кто, не жалея себя, на фронте и в тылу, день за днем, час за часом ковал победу над нацизмом. И сегодня, спустя 77 лет, мы помним, что именно наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки смогли сплотиться вместе против фашизма, оказать сопротивление, превозмочь и победить врага. В наших сердцах сохранится память об их беспримерном подвиге, давшем нашему народу и всей планете надежду на мирную жизнь. Благодаря победе мы сейчас живем, можем учиться, дружить, любить, жениться, воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на планете Земля. Наша страна заплатила за победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы. С праздником Великой Победы! Желаем вам бодрости духа, мира и добра, а военнослужащим – успехом в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России. С праздником вас! За нашу победу! Слава России!